Друзья, обманула я вас. Вернее, не хотела обмануть, но посмотрела в рюкзак, не нашла камеру. А там карманчик такой глубокий, я слегка залезла, не видно, а он прям глубоко. В общем, все нормально. Не забыла я, камеру не потеряла. Да. Ну, теперь Дима занимается. Занимался Дима, что спит, все вскаламутил, что так, все пере это самое. В общем, просто мы, друзья, на кровати, видите, можно хорошо было сюда запрятать, просто не все, а здесь вот это на резиночке, это не держится очень плохо. Вот, и еще надо будет, еще Дима говорит, подложи еще одеяло, я люблю на жестком спать, а Диме надо помягче. Ну, нормально? Ну, когда встанет, пойдем
туалет. Я все тут перестелю, поправлю, все будет нормально. Дальше продолжает заниматься. Все, на Жоре у нас уже тут практически все разобрано. Это только вот это постельное сейчас сложу. Не знаю, куда его убирать, когда утром встаем. Все, все заполнено. Ну, значит, как-то еще перетасуемся, наверное, потому что полочки не полные. Да. Я же как-то делила и Димона, и свое. Вот. Так, где тут у меня еще полочки? Ну, и здесь, в принципе, можно что-то рассортировать, да, и сделать куда-то, чтобы одеяло прятать. Все, Баксик, тебе тут нравится? Да. Он расстроенный. Вкусняшку, да, купила какую-то не ту вкусняшку. Ты не поймешь, ну не можем мы тебе покупать вкусняшки каждый божий день. Каждый день покупаю коньяк. Ну я еще потом хорошо полы помою, ковры здесь расстелю свои, вот, Димарт не надо. Ну это может когда уже будут морозы, пока еще это хорошо. Еще картины надо забрать немножечко мы тут. Это уже повесили те тарелочки, поменяли местами. Сюда над эти иконочку повесили. А, сделали тут, вот как тоже под стеклом. Вот такие наверху иконочки. Большая, это сейчас, большую не знаю куда. Дима говорит, надо пока бабушке дать на время. Я говорю, может быть, наверх вот сюда поставить. Он говорит, так некрасиво будет, не это. Ну, в общем, не знаю, друзья, посоветуйте, как оно будет, если наверх туда поставить. Или с той стороны, или с этой. Да, некрасиво. Ну, вот. Ну, а здесь все наши. Да, и подарочки, и все такое стоят. А, Совушка, да. Галочки, женщина-кошка, которую подарила. В каком году? В 19-м, да? В 20-м. Вот. Дождалась нас, сидела здесь, ждала. Так что. Да, мы сейчас с Галочкой общаемся. Это так что вы не думайте, что мы там поругались или еще что-то. Просто ну не получилось встретиться. У Галочки свои дела, да, Паксик? Ну, ничего. Может быть, на следующий год. Дай Бог, да. Доживем. Все было хорошо. Так, ну все. А, окна. Дима, жарко, закрывай уже окна. Ну да, сильно, видите, солнце светит. Все, друзья, хорошего дня. Хорошего настроения. Друзья, я уже в пути. Погодка хорошая. Ну так, ветерочек прохладненький. Солнышко светит. Хорошо. В общем, зашла в ветеринарную службу. Там написано, что доктор в операционной. Там и когда я покупала тоже, ну я чуть-чуть подождала, минут 15. Там капали котику с мочекаменной болезнью. Капельницу делали. Ну я так поняла, что наверное, та же процедура. Не стала ждать, потому что у меня тут время поджимает. Иду с ведрами, с сумкой. Иду на Димину квартиру. Вышла на остановку. В общем, автобуса не было. Наверное, обломался. Сегодня рабочий день. Ну, должно быть два автобуса. Ну, наверное, нет. А что, уже должен... Я 10 минут прождала, уже по времени он должен быть. Ну, пошла пешком. Нет, так нет. Дело в том, что сегодня, вот сейчас через минут 40, пока дойду там, приготовлю, что забрать. В общем, приедут машинку, вытащить надо, перевезем. Ну, так, там вентилятор, коляску, в общем... Все, что такое осталось. А, ведра для чего несу? Там у меня в шкафчике тоже консервашка.
Ну, хоть на маленькие баночки какие-то. С холодильника. Вот я перец резала. Он же у меня в холодильнике стоит. Холодильник не отключала. Надо все вытащить и отключить его. Вот. Ну, сегодня я же тоже такой вот день. Ну, уже все перевезем. Все разложим. И будем потихонечку, как я говорю, опять перекладывать, перелаживать. Ну, все такое. Здесь тоже что-то ремонтируют, делают. Вот ремонт, ой, тоже какой-то. Вроде ведра пустые, а все равно так рука устает тащить. Ну, я как-то, друзья, еще хотела сказать, не обратила внимания, а Дима обратил. Вот это же делают, у нас сделали трассу, делают вот эти пешеходные, ну, как и тротуары, ну, вот эти вот. И Дима заметил, говорит, а съездов нигде не делают, только там углубления делают, где пешеходный переход, только там. А вот с одной аллейки идешь на дорогу перейти, нету вот этих съездов, опять придется прыгать. Очень обидно, конечно, что такую трассу капитальную делают, красивую, новую, и вот так не подумали ни про инвалидов, ни мамочек с колясками. Да, ну уже, конечно, никто переделывать не будет. Единственное, может быть, когда там еще будут асфальтировать, может быть, хоть асфальтом как-то сделать, чтобы можно было заехать и съехать. Но это, опять же, это надо куда-то обратиться. Не знаю, может быть, к мэру, горисполком сходить. И как-то, я же не продумали этот вопрос. Хотя везде сейчас в России, вот где мы были, особенно если где-то новое что-то делается, то везде вот эти съезды так аккуратненько, углубления делаются. Но я уже почти дошла. Вот. Ну, может быть, и схожу. Теперь там мне недалеко. Вот. Ну все, друзья, уже включимся, наверное, когда все установим. Машинку. Все. Ух, отдохну чуть-чуть. Добрый вечер, друзья. У нас гости. Пришли на новую, на старую квартиру. Ну, тетя Лариса здесь никогда не была. Она и у Димы первый раз тогда была, как ей повезло. И сюда теперь попала. Будет частенько теперь к бабушке в гости приезжать. Мы уже все разобрали. Да, Баксик? Да. Можно уже и гостей принимать. Да. Чайку, кофейку попьем. Да. Это тоже такие пироженки. Это сахар. Видите? Так, ну, приятного аппетита. Угу. Ваш чай вот, бабушка Нина. Ай. Нина, это твое кофе. Это кофе, да, мое. А вы чай берите. Давайте это заберу. Все. Пожалуйста. Будем чаевничать. Уже уходите? Все хорошо. Если вы больше ничего не хотите, разве еще что-нибудь есть? Ну да. У нас тут как это, фойе такое. Да, вообще. Да нет, это не я делала. Это соседка делала. Да. Все, и рисовали. Да, да, живут. Хорошо. Экскурсия прошла успешно. Провожаем. Ну вот. Да. Так что. Прямо красиво, свободно. Ага, сейчас я открою. А, я Опа, ага. О, Нина, мы пока
подойдем. Все очень красиво, спасибо вам. Леночка. Приходите хорошо, еще в гости. Хорошо, да. Конечно, более-менее. Угу. Угу. Так это вот это у тебя кладовая. Да, вот это кладовая, да. Понятно. Мои окна на ту сторону. У тебя там красиво. Да. Ну пока, Леночка. Давайте, счастливо. Все. Ага. Где берите, ж тут кися мялкая? Берите друг друга. Угу. Котику покушать взяла. Где ты, пушистик? Иди на. Куда тебе положить? На, кс-кс-кс-кс-кс. На, не бойся. На. Иди. А кто тут плачет еще? Тут кто-то еще плачет. Где ж ты плачешь? Не пойму. А, ну вон он. На дереве. Ай-яй-яй. А я думаю, кто ж тут плачет? А как же ж тебя, а? Котик, иди. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди, слази, слази, давай. Потихонечку, давай, держись. Ой. Ну, давай. Давай. Слазь. Давай, еще лезь, давай. Давай, давай, потихонечку, киса. Давай, лезь. Давай, кс-кс-кс-кс-кс, слазь, давай, кс-кс-кс-кс-кс-кс, 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 давай, потихоньку, потихоньку, лезь, давай, уже чуть-чуть осталось, давай, мой хороший, давай еще, давай, слазь, давай, ты сможешь, давай, котик, давай. Лезь, потихонечку, молодец. Давай. Ой, умница, тихонько, держись. О, давай, чуть-чуть осталось. Давай. Кс-кс-кс. Давай. Ну, давай. Давай, или ты спрыгнешь уже. Давай, лезь еще. Давай на веточку сюда. Сюда слазь, давай, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай, лезь. Давай, чуть-чуть осталось. Давай, слезешь, давай. Кто ж тебя загнал туда? Давай. Давай, мой хороший, давай. Вот так. Вот умничка. Все, мой хороший. Давай, опа, все. Молодец, слез. Иди, кушай, не бойся. На, кушай. Ой, Господи, все, ешь.